Бывшему директору Канашского филиала Чувашского государственного университета вынесли приговор. Суд признал его виновным во взяточничестве. Вот у меня все, что я видел. Будете поводить парад на стол? Пожалуйста. Спасибо. Тогда еще подозреваемый во взяточничестве Борис Волков, размахивая сберкнижками, на счету которых якобы все, что у него есть, негодовал, когда в его кабинет нагрянули с обыском. По версии следователей, мужчина превысил свои полномочия. Подозрения подтвердились в суде. Бывший директор Канашского филиала Чувашского государственного университета брал взятки. Вознаграждения за дипломы, экзамены, зачеты и отчеты были не только денежными. В октябре 2012 и январе 2013 года осужденный потребовал от студентов трех выпускных групп взятки на общую сумму свыше 330 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с успешной сдачей ими государственных экзаменов и защитой дипломных работ. Также эти денежные средства якобы предназначались для поощрения членов Государственной аттестационной комиссии. 69 студентов были вынуждены выполнить указанные незаконные требования Волкова. Бывшему директору Канашского филиала Чувашского государственного университета Борису Волкову назначен штраф 23,5 миллиона рублей. Кроме того, на 2 года он лишен права преподавать в высших и среднеспециальных заведениях.